Но конкретно сегодня мы стоим на самом деле на кризисной ситуации, когда рынок ICO переживет свое первое падение. Точно сказать, как и в какой форме оно будет, сложно. Ну, как бы прогнозы делать, все мы понимаем, неблагодарное дело. Мы как бы не на Форексе и непонятно что как. Но все признаки говорят о том, что сейчас будет первый кризис. Это падение объема привлекаемых средств. Самое интересное, что количество проектов, которые анонсируют ICO, оно не уменьшается. Они идут, идут и идут. А денег-то больше не становится. То есть они будут собирать все меньше. Потом они не смогут оправдать возложенные на них ожидания. И все это рухнет. Осень, зима-весна вот следующего года, как нам кажется, ну, грубо говоря, через год это пойдут, мы первые плоды этого начнем как бы видеть. И вот в этот момент начнется переоценка ценностей. Будут формироваться новые стандарты, мы просто вынуждены будем их формировать. Поэтому те, кто вкладывается сейчас в ICO, я надеюсь, вы все понимаете, что это венчурное-венчурное инвестирование, это не просто венчур. Это знаете как? Я хочу, а можно я хочу хотеть. Вот это вот венчур к венчуру. То есть, что такое ICO? Вот к нам там приходят ребята, что такое ICO? Слушай, ICO — это когда ты можешь привлечь бабло просто так, на своих условиях, не отдавая компанию, и делать потом все, что хочешь. Слушай, а в чем вообще, вот кто приносит деньги, в чем их прикол? Я говорю, слушай, ты знаешь, нужно красиво запаковать, показать, что ты, даешь им, получается, большой истории. Голем, да? Это же суперкомпьютер. Ну, какой идиот не хочет поучаствовать в формировании суперкомпьютера, да, там, и так далее. Это эмоции. Львиная доля аудитории на сегодняшний день, кто инвестирует, она непрофессиональная, она падка именно на обещания. Проект из Европы, проект из Штатов. У меня есть легкая возможность без проблем в виде крипты в этом поучаствовать. Грех просто этого, не использовать эту возможность. Поэтому на данный момент, господа, я бы вам морально советовал настроиться, про эти деньги забыть. Да, есть проекты, там, Хрона. Они ребята серьезные, да, там, бывшие, там, самого Розового Кролика, да, там, Медвейфору. Это серьезно, я как бы не спорю, они ребята молодцы. Но... вот мы, когда его анализировали, очень многие даже не дойдут до момента, когда мы должны что-то показывать, они умрут раньше. Причем это, как мне кажется, знаете, будет не то, что такой громкий процесс. Вот сегодня должны нам показать продукт. И сегодня с утра все, оп, а пусто. Нет, это будет, знаете, плавно. Один сошел на нет, про него забыли. Ну, как-то волна поднялась, пообсуждали, забыли. Второй, третий, четвертый. А потом, где-то месяца через 3-4, все поймут, что 7 из 10 проектов, вот они мертвы, их нет. Это то, как мы себе изнутри видим вот текущее состояние. Перспективно, классно, технологично, но еще предстоит очень-очень-очень много работы для того, чтобы этот хаос, а это в прямом смысле хаос, привести к какому-то системному знаменателю. Пока мы не приведем этот рынок к системному знаменателю, не появятся новые игроки, серьезные игроки, институционалы, которые за собой приведут частников. Поэтому, господа, инвестируйте. Но инвестируйте то, что вот вы сможете с чистой совестью про это забыть. Наш совет. А с правовой точки зрения вы это как-то рассматриваете? То есть вы людям рекомендуете, у вас есть какая-то позиция по этому? Первое, я хочу прокомментировать. Мы не говорим стартапам, отказывайтесь от идеи роста стоимости токена. Заменяйте. Мы говорим, добавьте к этому. Окей. Потому что рост стоимости... Вопрос у меня остался. Собственно, вы сказали, что не хватает сейчас всем проектам, где вы зарабатываете, да, какой ваш клиент и так далее. Вот вы про свой проект сказали следующее, что мы сейчас не зарабатываем, мы живем за счет средств инвестора. А зачем это инвестору надо, если ваш проект не будет зарабатывать? Ну, во-первых, любой бизнес, он создается не для сиюминутной прибыли. А инвестор всегда рассчитывает долгосрочную, да, грубо говоря. Как сейчас зарабатывают рейтинговые агентства традиционные? Вот рынок ICO пройдет все стадии взросления, как и проходил традиционный финансовый рынок. Один в один, но только быстрее, раз в 10, 15, 20. Скорость технологии внедрения, все мы понимаем, растет. Поэтому мы увидим абсолютно все то же самое. И рейтинговые агентства на нем будут играть абсолютно аналогичную роль, как сейчас S&P.
регистрация и проверка отчетов, ее все равно как-то надо делать. У нас пока нет ответа четко, как это делать. Мы в поиске. Ну, это объективно все понимают, это вот все растет. Мы ищем эти пути. Есть идеи, ребята, welcome, давайте вместе искать. Но мы пока думаем, как это сделать. Который делает in-house. Хорошо, мы не можем стать. В итоге это будет фурор, мы порвем всех. Нам так и пишут. Пишут много. Подобно низкокачественных как бы энтузиастов, ну, сори, может быть, за прямоту, их хватает. Мы находимся в поиске таких команд. Сходу, вот сказать, что мы их уже нашли, и они уже есть, и мы в них уверены, пока я не могу. Мы их ищем. Это действительно вариант, это очень интересный и хороший вариант. Мы в эту сторону смотрим в процессе. Все понятно, спасибо большое. Ребят, спасибо большое, Анатолию можно похлопать, если вам понравилось. Спасибо большое.